Здравствуйте! Сегодня мы ведем передачу, и с вами Анюта Сметанщик, о том, как мы прощаемся с этим университетом. Сегодня я взяла много пакетов. На самом деле у меня было 8-9 килограмм. Но я это все дело отдала своей любимой соседушке, потому что я ее люблю и уважаю. Сегодня я буду палить тупо все. Все ненужное, что накопилось за вот эти все годы, за все вот эти нервотрепки, 5 лет. Мы сейчас находимся не на свалке, а, между прочим, на территории школы, на которой я бегаю. Вот. Вот это все, это все мой диплом, который я сдала на четверочку. Прошлый год это был депрессивным, он был на тройку. Вот это все. Сдавал этот предмет. Это религия. Это религия. По исламу я получила изначально тройку, но ислам меня выручил. Благодаря общению с мусульманином он меня на четверку вывел, и я его сдала. Предмет, пообщавшись с мусульманином. И я очень рада, что я сейчас вручную эти тетрадки. Это надо было еще сделать, когда я это все сдавала. Года 3-4 назад, когда я сдавала. Когда-то сдавала. Короче, это мы все разрываем. Боже, у меня даже сил нету. И руки что-то трясутся. Кстати, ты мне хоть что-нибудь сказал. Ты дура. Ты что-то не понимаешь, какой кайф вот это сейчас все делать. Ладно, снимем пока территорию школы. Там, где ты училась. А, ты тут не училась. Я училась. Реально, такой беспорадок вообще. Вот это моя тетрадка, кстати. Она была одна единственная, 96 листов, 5 курс. Тут у меня было 5 предметов сразу же. И 5, или 6, или 4. Ну не знаю, короче, до хера. Это все вошло в одну тетрадку. А мне надо. Конченная аналитика. Зато у меня реактив упал, короче. В итоге мне пришлось переписывать около 30 страниц. Она меня заставила, дурочка. У нее голос такой, знаешь, такой был. Здравствуйте! Сегодня с вами... Я забыла, как ее зовут, правда, но у нее голос капец. 86 лет, кажется, ей. Как обкурен. Курит, каждую перемену выходит и курит. И бородавок у нее дофига, дофига бородавок. Ну, такая хорошая женщина, мы с ней пообщались о будущем. Короче, вот это все, кстати, шпоры. Это все шпоры. Вот это опять диплом. Все, что маленькое, это шпоры. А, чернила в четвертом курсе. А, нет, вернее, за это я заплатила. За этот триастер. Прикинь, вот эту херню чертить. Это пипец. Я заплатила, кажется, 90 гривен. Но в этом году, блядь, мне пришлось чертить самой. О, вот это пожизненно с этим. Шла с этой хренью. Забыла, как называется, а Менделеева таблица. Короче, это все выкидываем. Вот это экономика. Экономика пятый курс. 5.22 запомнит надолго. Как мы ее завалим? Короче, это полный пипец. Вот это тоже мы выкидываем. И эту хер... А, вот это то, что я чертила в этом году. Сейчас покажу я. Эту херню. О, это палец. Это тоже надо спалить и разорвать. О, боже, какой это кайф. Вот так. У меня люди смотрят, как на больную на голову. Мама. Так ты есть больная на голову. Мама. Так, это палец. Боже, мне кажется, они сейчас не убьют. Пошлют. Я не знаю, что такое. Вот это. Вот это я диктовала мальчику. Диктант, помню, дома. Занималась с ним русским языком. Это мы тоже палим. Короче. Ты только русским языком с ним занималась? Конечно. О другом и речи не было. Так, вот это, кстати, о птичках, индийский фильм. Кстати, неплохие. Ты что, палить будешь? Оставь мне. Нет, это я спалю, и это я еще разорву. Не знаю, конечно. Он же не палится. Нет, не, ты что, больная? Не рви диск. Кстати, косо не рвется. Диск оставь мне. Нет, он не должен рваться. Да ладно. Он просто мнется. Значит, я его пану. Зачем ты это сделала? О! Да, я давно это хотела сделать, честно. Просто не было времени и возможности.
сейчас я это сделала. Ты видела, как вот эта Ишвария Рай поправилась после родов? Индийская я ее вообще не видела, но все от нее с ума сходят вообще. У нее же вроде уже нормально, так детей, и муж, да, ей уже почти 40. Да, и она раскоровела. Да? Такая худенькая была, да. У нее сейчас два подбородка. Ну, у многих подбородки, многим 40 лет, и тем не менее не мешают им встречаться с молодыми людьми. Так, короче, это тоже хрень мы эту палим. Не знаю, что это вообще такое, у меня же страшно, страшно. Все, это палим. Сейчас, наверное, вони будет пипец, да? Да, потому что диски, блин, и коробка. Убери вообще вот это нахер оттуда. Это тоже все шпоры. Все шпоры вообще. Все. Кстати, вот эту методичку. Я ее, кстати, замылила, не сдала ее. И нормально. За меня они сами сдали, отксерили, сказали, ты свободен. А вот это, кстати, конченая игра. Я не знаю, что это за игра. Какая? А я даже читать не умею, что оно такое написано. The Shield? Короче, я ее даже в нее не могла играть. Я закачала на видео. О, на видео, на компьютер. Ну и в итоге я не алё, не шарю, как в нее играть. Я ее тоже. Нафиг. Это какая-то чужой диск. И вот тоже надо. Все. А, вот это, кстати, это объявление мое, кстати. По соцсети Анюта Сметанчик. Да. Это когда-то я вывешивала с одногруппницей. До проспекта Гагарина, до ДНУ. Мы вывешивали. Ну и в итоге один только позвонил человек. И то по поводу ню. Ну, ню по соцсети я боялась. Вот. Чем кстати, сейчас я ищу девочек на фотосессию ню. Пожалуйста, звоните, обращайтесь ко мне. Возьми я вас меня, с удовольствием фотографирую за бесплатно, безвозмездно. Все, короче. А, вот это кафе, кстати, в котором я работала, в котором я сбежала. Кафе Алиби. Все, начинаем. Боже мой, как мне это палить. Боже, в такой сейчас говне, мне такое снять, что я сейчас наспал. Мам, что, палится? Палится. Нормально. Да совсем по-второму. Кстати, когда-то я лучше всех делала окончик. Это было когда-то. Ну да, это было когда-то. Но тем не менее я его делала. О-о-о! Боже, гори. Да, заложи еще, потуши его. Так, короче. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Как спалить диплом, как попрощаться с 5 курсами химико-технического университета. С вами была Анюта Сметачка, на меня показывала. Все, конец. До свидания. Покеда. До еще новых встреч. Гори. Здравствуйте. Заново. Не, я хочу присвять. Ну да, блин, я забыла, что говорить. Ну ладно.